идеи, чем вы заразились? Я перенесла холеру в Индии, в городе Агра, там, где Тадж-Махал находится. Я просто путешествовала как турист, это была длительная поездка по Индии. Просто грешу на одно из кафе, в котором, такое оно было тоже не очень презентабельного вида. Я просто предполагаю, что там, возможно, плохо помыли там какие-то приборы, так и передалось. Я болела малярией, я заразилась в Кот-д'Ивуаре. Малярия переносится комарами, как правило, ночью. Поэтому очень хорошо от нее защищают москитные сетки. И получилось так, что я, в принципе, жила в доме, где были и стояли везде москитные сетки, но пару раз я путешествовала за город, жила в бунгало на берегу океана, где сеток не было предусмотрено. Я видела там других туристов, я видела местных жителей, поэтому я думала, значит, здесь безопасно. Я примерно 2 года назад переболела брюшным тифом и заразилась я им в Индии. Как я им заразилась, это для меня до сих пор загадка, но я думаю, что это было прям... Я ехала с аэропорта, я очень люблю индийскую уличную еду, но, по крайней мере, любила, сейчас, естественно, не рискую есть. И я заехала в кафешку, и я даже помню, там человек, который мне накладывал еду, он как-то очень плохо выглядел, как будто у самого была температура. Я сейчас этот момент очень хорошо помню. Как вы себя чувствовали? Холера – это довольно заразное заболевание. Собственно, я почувствовала недомогание, тошноту, у меня заболел живот, мне стало очень плохо. При этом я находилась на железнодорожном вокзале, я уже собиралась уезжать в другой город. Мне предстояло несколько часов провести в поезде, в этом индийском поезде, там, где все друг на друге, переполненные вагоны. Я кое-как вообще добралась, то есть почти всю поездку я пролежала, потому что я даже не могла спокойно, ровно сесть. Начались стандартные проявления, то есть расстройство желудка, тошнота, озноб, и все эти неприятные, симптомы. Малярию очень легко определить по проблемам с желудком, как отравление и лихорадки. Пошла в туалет, мне было плохо, я возвращалась, лежала на кровати, опять ходила и так далее. Но с каждым разом, буквально с каждым часом, у меня поднималась температура все выше, выше и выше. В конце концов, я уже фактически не могла вставать. Все это очень быстро, за один день, за 10 часов или даже меньше, может быть, за 8 часов очень сильно такое идет изменение человека. На самом деле, поняла это вообще не сразу, что у меня есть какая-то инфекция. У меня в течение где-то месяца была температура, но врачи мне говорили, что все в порядке. Отдохните, полежите. И было еще такое, периодически расстройство желудка. В общем-то, в Индии это нормально, поэтому я это даже как симптом не рассматривала. И далее я читала, что при тифе обычно это такой ярко выраженный должен быть симптом. У меня такого не было. У меня у симптомов была только температура, которая держалась сначала 37, потом уже 37,5, потом 38, по нарастающей, в общем. Что вы знали об этой болезни до того, как сами заболели? Я вообще не знала, что такое заболевание, честно говоря, до сих пор существует. Когда мне уже какие-то друзья, именно индийцы, стали говорить, что возможно это тиф. И, естественно, мне стало страшно, потому что, опять же, в книгах писали, что это была эпидемия тифа, и всегда это были какие-то летальные случаи, поэтому я так очень сильно испугалась. И я залезла в интернет, начала читать об этом. Про такое заболевание, как холера, я читала в книге Шантарам. У меня, благо, все протекало чуть-чуть полегче, потому что, в принципе, от холеры можно умереть. Особенно если вовремя не дать антибиотик, который, собственно, убивает холерные вибрионы, и если не восполнять организм необходимыми водой и электролитами. Я позже стала знакомиться с людьми, которые заболели. И это очень интересно, как люди реагируют, когда, в конце концов, узнают, что я болела, что европейцы, например, очень сильно пугаются малярии и очень сильно начинают переживать. Потому что мы понимаем, что это смертельная болезнь. Вы обращались к местным врачам? Девушка, у которой я жила, она работала санитаркой в местной госпитале. И тогда мы решили идти именно в тот госпиталь. И у меня не было особых сил. Я не помню, почему мы не нашли машину. В общем, меня друзья туда буквально тащили. В какой-то момент меня несли, в какой-то момент меня просто как-то провожали. Меня увидел врач, который сказал, что это малярия, надо лечиться прямо сразу, делать уколы, и предложил мне лечиться их местными шприцами, но у меня не было особого доверия в виде антисанитарии и прочее. Я отправила друзей за то, чтобы на мои деньги купили лекарства, купили
ну, все, что надо, одноразовые шприцы и все-все-все. В это время мне предложили полежать в палате, то есть там просто такая очень простая кровать, и на ней лежит кожаный матрас и больше ничего. Санитарка, в которой я жила, она принесла постельное белье из дома, и вот она стала укрывать эту кровать нашим постельным бельем, и вот тогда я на ней лежала, ждала, значит, лекарства. В это время в нашу палату зашли мужчина, женщина с ребенком, подошли ко мне и стали говорить о религии. «А вы верите в Иисуса Христа?» Ребята, мне вообще не до этого. Они предлагали мне за меня помолиться, за там финансовую благодарность. Мне сделали укол, я полежала несколько часов, и потом мне стало прям хорошо. То есть домой я уже шла обратно. Вечером к ночи мне стало опять плохо, и я еще 3 дня болела. Уже дома, потому что там нет условий. Когда меня лечили в госпитале в Индии, в котором меня, кстати, не вылечили, я потом вернулась в Петербург, и в Боткине меня только вылечили. Я в Индии лежала 10 минут в этом госпитале, где мне поставили диагноз, что там капали капельницу, давали антибиотики, которые мне совершенно не помогали. И меня заставляли ходить по лестницам, приходили врачи и говорили, расхаживайся. А при тифе есть такой симптом, ну, помимо температуры, там дикая слабость, но она вот не именно такая, как от температуры, а ты просто вообще не можешь ни сидеть, ни стоять. После того, как ты вылечиваешь, оставалось у меня еще где-то полгода. Я потом, когда вот приехала, когда наши врачи об этом узнали, они так схватили за голову, говорят, ну вы в рубашке, может, как-то родились, что при таких обстоятельствах как бы не случилось ничего страшного. Я к врачу конкретно вот в этом городе, в который я приехала, в Джайпуре, я не обращалась. С медициной там не очень хорошая ситуация. Уже говорила, у меня как бы в семье много медиков, в том числе моя мама, когда я ей позвонила и сказала, что, ну, мол, я вот принимаю все в какое-то стандартное лечение для обычного отравления, но ничего не помогает, собственно, она и заподозрила это. Она мне посоветовала, говорит, попробуй купить вот такое-то лекарство. И я ходила по всем аптекам, но дело в том, что в этих городах аптеки похожи на такие ловчонки. Вот, поэтому, да, я несколько дней искала в 2 городах, по итогу нашла просто нужный антибиотик, вот, и буквально через там, день-два все симптомы самые неприятные, то есть когда ты, у тебя не задерживается, говорю, ни вода, ни еда в организме, ну, они все прошли. Вам было страшно? Конечно, было страшно, потому что особенно пока я вообще не понимала, что происходит, вот, и ты не понимаешь вообще, что делать и сколько это продлится, конечно, это страшно. Плюс ко всему, когда возникло предположение, что это, собственно, холера, я так освежила свои знания про нее и поняла, что вот, не дай бог, просто станет хуже, и это действительно опасно для жизни. Когда вот я как раз-таки попала в госпиталь, мне было очень страшно, что перевозится как туман, из головы был правда туман. И мне даже вот здесь родители говорили, что ты звонила и несла какую-то вообще чушь. Я очень паниковала. И я помню, был такой момент, что в страховке было написано, что страховка на какую-то сумму там $1000. Я это прочитала как будто столько-то тысяч рупий. И у меня была паника, я звонила, говорила, да меня сейчас выпишут из этой больницы, меня не долечат, у меня нет денег на страховке. В итоге родители звонили в страховую компанию, уточняли, говорили, не сходи с ума, у тебя там все нормально, лежи спокойно, лечись. И я очень тогда много плакала, психовала. И это, кстати, тоже как один из симптомов. Было 3 дня, когда я очень сильно болела, и я очень сильно испугалась, потому что мне говорили, что должно быть 2 дня. Типа в первые 2 дня решается как раз судьба, выживет ли человек или не справится организм. И первые 2 дня, соответственно, я болела, и 2 дня прошли, и я все еще болела. Я помню, что тогда я думала, чтобы мне такого сделать, потому что я в Африке, вот есть сегодня, а может быть завтра, а завтра уже не будет. Что бы я хотела, я тогда поняла, что я больше всего хочу вот выйти из дома и увидеть последний раз солнце. Я тогда позвонила своему другу, уговорила его прийти и меня вывести, и вот мы вышли, я до сих пор помню, мне кажется, настолько четко, у меня нет никакого другого воспоминания, кроме этого. Мы не очень много прошли, потом мне стало плохо, и меня то ли отвел, то ли отнес обратно, я уже не помню, как мы добирались обратно. Я уснула, и на следующий день я уже проснулась, и лихорадка прошла. Вы стали вести себя осторожнее в путешествиях? И нужно внимательно выбирать места, где ты ешь. Возможно, если ты знаешь, что это какое-то сомнительное кафе, но как бы выбора у тебя нет, там, самостоятельно продезинфицировать приборы, например. Потому что именно через еду ты, скажем, сложно получить. Первое, наверное, что я посоветую еще до начала путешествия, это собрать хорошую аптечку.
То есть, чтобы было все необходимое, потому что холера – это не единственное заболевание, не единственное, что может с тобой приключиться вообще в путешествии. Вот, заранее сделать возможные прививки. Живых друзей, вот они были, в общем-то, индейцы. И я у одного друга спрашивала, он говорил, что я 3 раза болею тифом. И он продолжает есть уличную еду. Может быть, у них организм как-то, может быть, по-другому реагирует, но он говорит, 1 раз он при этом чуть не умер. Для меня это, конечно, парадокс, потому что я после этого, ну, я еще после этого ездила в Индию, но вот именно я была очень аккуратной. То есть улично нет, я больше и только какие-то вот прям проверенные места. Я всегда проверяю наличие москитных сеток, особенно там, где я сплю. Да, когда я еду в Африку, и, соответственно, я всегда проверяю, как там, как связываться со страховой, чтобы, если что, чтобы это все было происходило быстро. Хотели бы снова поехать в ту страну, где заболели? Несмотря ни на что, да, но, наверное, уже не поеду в вот эти мелкие города, в которых вот такая вот ситуация, скажем, с которой можно заразиться такими вещами. Могу поехать там, в большой город вроде Мумбаи, вот, ну, либо на курорт Гоа тоже можно. В Агру точно больше не ногой. После этого случая, через, получается, где-то 2 года, вот этой зимой как раз-таки я ездила отдыхать в январе. Но сразу после того, как я выписалась из госпиталя, у меня желания никакого не было никуда ездить, потому что полгода еще у меня были последствия. Я не могла работать полноценно, никуда ходить, потому что ты буквально выходишь на улицу, проходишь 15 минут, и тебя просто покидают все и все. Да, я продолжаю путешествовать. Но единственное, что я сделала себе кучу вакцин. В общем, у меня такая огромная книжка по вакцинированию. У меня даже есть вакцина от бешенства. При этом, там, не знаю, я еду на Мадагаскар, я вижу лемуров, я подхожу к ним, я глажу, я знаю, что они могут передать бешенство. Потом меня кто-нибудь из них укусит, я говорю, лишь бы не бешенство, лишь бы это было не оно. Но потом оказывается, что это не оно, и продолжаю дальше.